Сегодня в выпуске. Летающие ноги. Кому вилка в жопу? Блин, пиздатый вид из окна. Арабская ночь! Волшебный восток! Кстати, поставить плюсик в чате. Хуины! Распродажа на Али. Ну типа всем здрасте. У нас все какая-то ахинея. Со специальным гусем кукурузой. Всем здравствуйте. И что мы будем творить в этой ахинее? Я фиг узнаю. Развлекаться. И как же? Ну блин, вот тут. Поглядись назад. А вот что бывает после таких арабских ночей. Ну ничего, нам поможет. Как говорил Димка Монвер, арабская ночь, красивый закат, девочка дрочь, погнали мы прочь. Безумно можно быть первым. Причем это как головку оторвали опять. Я знаю. Да. Какая-то химия в самом деле. О, Саня, здорово, заходи, не стесняйся. Че, как отдохнул-то? Я тут себе дом купил, вот тут пиздатый вид из окна. Это, кстати, мой питон, зовут. Он приветливый, но все хочет. Это Брюст Лейтон, я его сегодня только купил, кстати. И если тебя аккаунт, ты проверил, сообщений нет. Я терпел столько лет, чтоб наступил этот момент. И камнем вниз, крыши дома не звони. Недоступны мои номера. Королевская охрана. Это было эпично. Вообще похую. Это бомба в воде. Вообще похую. Клокочет, я тебя сейчас в угол поставлю. Дяденька, не трахайте меня! У меня герпес! Я люблю напал. Я люблю запах. Кукуруза, ёб твою мать! Какого хуя у меня хуйня на моем экране главного меню, ёб твою! В смысле? Прямом, просто на танец-танцуй в таком тебе все. Плюс ачив. Любой или именно California Girls? California Girls.
Найти бы мне его и еще. Ну что ты дурак, сука? Что это? А, вон. Так. Ой, блядь, долбоёбы. Блять, что это за солнечная батарея? О, пишется 78 слышно. А, блять. О, 88, он ушел. А для чего это, скажи-ка мне? Ну это же мода, чё? О, 94, заебал. А зачем, если можно просто к солнцу поставить, а не там взять за 5 километров и все? Ставить, а не откуда сразу? О, 99 efficiency. Сменится. Так. Я его на всякий случай приварю к земле. Почему это до зимы так стучит? Курус, я тебя скоро реально вынудил удалить его на бомбу, блядь. Там что, заебало, блядь. Я это же мод, наверное, выключу. Нет, сука, реально, ты короче заебал уже этой хуйней, блядь. Ибо... Это мигу меньше называется, знаете. Это называется, ты заебал уже, блядь. Это называется... Кому вилкой в жопу? Просто пиздец, блядь.
3 часа ночи. Я решил поспать. Я лег в кровать, но почему-то заснуть у меня не получалось. Поэтому я зашел в YouTube и включил расслабляющие звуки природы. Бабка Гренни охуенная, бабка, но она мало прыгать. Кто сказал, что я бабка Гренни? Это что за хуйня? Я понимал, что нормального сна мне ожидать не стоит. Поэтому я полностью отключил технику в доме и лег спать. Алло. Какая, блядь, распродажа? Я уже, сука, 6 месяцев не могу уснуть, блядь. От злости я кинул телефон в стену. Просто дайте мне уже пульт от ядерки, блядь. И он взорвался нахуй. Сука, 6, 8, 9. Пиздец, блядь. У меня 8-11 FPS, блядь. Так, а если я вот прекращу, блядь? Ну вот если я прекращу смотреть, то 20 FPS. Так, ладно, туда закались и хватит, как говорится. Я единственный выживший. Просто ноги ходят в лунке. Ой, Silent, это видно вообще-то. Привет, этот, Лёша, пожми мне руку, только пожатие. Ногу пожми, блядь. Чего, блядь? Так, Коча, а так мне попадёшь, и половины тела нету, собственно, половины хитбокса. Есть за моей... Берётся. Эй, нечестно, иди вперёд. Летающие ноги. Опять какую-то хуйню сделали, что аж весь грисмод опять повис. Ска, я не удивлюсь, если у него сейчас крашнется, блядь. Короче, надо парочку пакетов клинапа скинуть. Давай, клинап. Типа ты проходишь в камере. Здрасте, ёпты! И у нас сегодня специальный гость, кукурузина, ёпты! Корова, ёпта, пидоразы! И сегодня мы будем заниматься какой-то сраной хинеей, но я не знаю какой. Ты знаешь какой? Знаю! И мы тогда... Вот секс! Ба! Камеру. Вопрос, почему именно фон это будут члены? Потому что. Ну вы сюда просто ставь камеру, все.
Я потому что нихуя записывать сейчас не буду. А ты типа через Shadowplay не можешь? Или Shadowplay только для инвидерских карт? Что такое Shadowplay, блин? Ну, либо же через этот, как его, через Xbox Game Bar. Я не хочу. Что, ты записываешь уже, что ли? Не знаю, может, типа, знаешь, как блуперсы это поставлю. Ну или типа как это... Давай, как давай вот это вот, блядь. Подходим, типа, к камере, вот. Ты слева, я справа, типа. Ты держишь в руках палку мне глубину, ты приветствие говоришь. Потом у меня свою часть стреляю, типа, то есть... Не, с вами сейчас, Саня православный смотрю. И кукуруза долбанутый. Алло, чё вы там? Мы в Гаррисмоне. Не, еще раз, а ты блуперс, вот мой. О, вот так вот. О, ну зато хотел спасибо за мою любимую палку, долбалялку. Но ПВП отключено. Короче, я тут... Сейчас спать ложусь. Типа, все нормально, завтра в 2, как обычно. Да. Тоже смотри, я с собой видяху тогда возьму и монитор свой основной. Я понял. Все. Чтобы я просто... Мне нужно 8. Че? Мне нужно 8.30 поставить плюсик в чате, отметиться на уроке дистанционном, типа. Лишнее объяснение мы с вами закончим, а... Схуяли. М? Схуяли. Продолжаем, блядь. Геннадий Николаевич. Я нихуя не понял вот это. А потом можешь дальше дрыхнуть. Да. Кстати, у меня до сейчас это пишут. О, давай, типа, знаешь, как ты стоишь просто вот так вот перед камерой. Вот, типа, объявляешь, типа, блядь, меня, типа, главный выход. Мне маму попросить, типа, в 8.30 месяца. Специальный гость. Специальный гость, это кукурузина. И ты вот здесь, типа, уходишь и начинаешь какую-то хинею. Да. Я мне реально за... Может, ты вербанный или что-то играешь? Не надо, дядя. О, фига себе! Какой-то glowing эффект появился. Я давно этот мод не проверял. А тем более я от третьего лица не смотрел. Как плесени разлетелись, ладно, похуй. А они потому что, наверное, этот, зафрижен. Кстати, я не рэгдолнулся. А, рэгдолл-то, ну, наверное, через... Потому что, наверное, то, что он через годмод. То, что годмод стоит. Нет, там можно отключить настройку. Вот options, там джек бы там может отключить это. Хотя бы и с годмодом, без годмода бы все равно рэгдолл. Не, у меня рэгдолл, он exposion стоит. А, нет! Он, у меня потому нет. Что он зарегдолить меня должен, а стоит и год. У меня, как со стороны хоста, нет, смотри, у меня оно смотри, не стоит. Смотри. Сейчас я отключу этот годмод. А ты все равно не это. Нет, смотри. Блин, не первый день я уже знаком с этим модом. О, кстати, даже какой-то эффект на самом шаре. Даже от первого лица. Вот смотри, сейчас я подорву, да? И вот сейчас он меня должен зарегдолить. А какого хрена? Я сыграю, потому что у меня как со стороны хоста это отключит. А-а-а. Если бы ты был кот, то у нас бы обоих рэгдолил. У меня бы комп нахрен взорвался сейчас. Хуясь там облако, ебать, мы напердели. Ну, кстати, можно было этот, у меня же этот на хостинге есть. Но у меня там сейчас только метро, по сути. Можно как-нибудь давай, на метро покататься. Давай. Посох давай, держи свой. Так, тогда я сейчас вырубаю запись. А подожди, во-первых, надо иркон... Ты... А, блять, меня же... Я забыл то, что у меня бинды есть. Я уже поставил. Блять, 17 FPS, сука.
Блять, да какого хуя FPS проседает, блять, при записи? Включи эту фигню на видеоплеере. Там видос что-то назывался Владимир Дэнс But He's Paralyzed 10 часов. Не надо ебать камеру. Гномик с летающей палкой, блин. Блять, я сейчас, сука, заставлю кукурузу удалить эти сраные бомбы, блять. Это мина, это не помню. Хуины, блять, ты заебал уже! Нашей команды долбоебов. Всем спасибо, всем пока. Ну, всем пока, ебать. Well, I understand so many
Распродажа на Алиэкспресс. Хочешь, покажу пенис?